Ну а теперь начинаем смотреть непосредственно соревнования. Борьба за медали и, кстати, солидные призовые на этом этапе. Начинается с выступления пары, которая представляет Санкт-Петербург и клуб фигурного катания Тамары Москвиной. Ясмина Кадырова и Валерий Колесов на льду. Артур Минчук возле бортика. Очень тепло принимают Ясмину здесь, ведь она родом именно из Казани. Так, ну вечер-то томным перестал быть уже до того, как начались парные соревнования. Но я хочу сказать, в нынешнем сезоне чемпионат России в парах будет огненным. Вот как огненный цвет сейчас в костюмах присутствует у Ясмины с Валерием. Шикарное выступление этих спортсменов на первом для себя этапе гран-при нынешнего сезона. Успели выступить на двух соревнованиях в Питере эти фигуристы, причем оба раза были вторыми, и на мемориале Панина Коломенкина, и на этапе Кубка Санкт-Петербурга. Сначала уступили Мишине Галямову, а потом и Байкову и Козловскому. Но если так дело пойдет, то очень скоро будут стремительно приближаться и по уровню, и по результатам к лидерам нашего парного катания эти фигуристы. Что сказал Ясмина? По ощущениям, прокат был бесконечным. Не знаю. Он промчался очень быстро, и сделано все было на высочайшем уровне. Высоко-высоко под своды Дворца спорта, который уже 50 лет принимает соревнования по фигурному катанию. Улетела Ясмина во время тройной подкрутки.
И арбитры не поскупились на оценки. Плюс 3 в среднем получают за этот элемент фигуристы. Ну а параллельный тройной Ридбергер и вовсе вызывает искреннее восхищение. Также плюс 3. Но я думаю, тут и плюс 4 не жалко. Прекрасный, прекрасный выброс флип. А вот здесь уже как раз плюс 3,5. Поддержка без каких-либо вопросов. Шикарный Тодес на 4 уровень сложности. Не часто техбригада может расщедриться на этот уровень. 4 уровень, и у вращения, которое в целом вышло не очень параллельным, и, наверное, за это можно немножечко пожурить фигуристов. Но потом еще и дорожка шагов 4 уровня. Просто высококлассное выступление. Высококлассное. Всем привет. Несмина Кадырова начинала заниматься фигурным катанием здесь, в Казани, под руководством своей мамы Резиды Сельгатуллиной. Сейчас здесь же Риана Кадырова уже выступала на юниорских стартах. Ну а Ясмина вместе с Валерием Колесовым показывает результат 77,93 балла. Очень высокий.